На иконе «Неувядаемый цвет» Пресвятая Богородица держит своего Божественного Сына на правой руке, а в левой ее руке – цветок белой лилии. Этот цветок символически знаменует неувядаемый цвет, девство и непорочности Пречистой Девы. Перед этой иконой молятся о сохранении праведной жизни, о правильном выборе супруга или супруги, о счастливом браке и разрешении семейных проблем. Икона «Неувядаемый цвет» появилась в Греции примерно в 17 веке. На Русь она попала через паломников столетия спустя. Название иконы «Неувядаемый» или «Благоуханный цвет» связано с песнопениями, посвященными Богоматери. «Ты есть корень девства и неувядаемый цвет чистоты». Поэтому этот образ относится к гимнографическим или акафистным иконам, воплощающим похвалу Богоматери.